Вот, все, 10% осталось. Но мы еще живем с вами, живем. Вот эта гора называется, которая по центру, и которая еще такой пипульку, вон там справа, сейчас деревья закрыты. Она называется Муса-Читара, если вам там что-нибудь видно. Эта речка называется Манаус, как и ущелье само, вот там горы виднеются. Вот та гора называется, которая за лесом, Суфруджу. А вот справа от нее такой клычок, зубик, это называется зуб Суфруджу. А Манаус переводится вроде как, типа, дьявольская, что ли, пасть. На самом деле так называется, потому что там очень узкое, типа, место есть, где... Зуб мудрости. Где вода протекает.